Добрый день! Всем привет с Харькова! Еще немножечко погуляем по парку, пока нам позволяет. Нет темноты. Пока и светло. Молодежь гуляет. Что-то строят, еще не открыли. Ну, теперь неизвестно, когда откроется. Видите, как они просто завязали. Смотрите, аккуратненько, бантик какой красивый. Вот. Так уже темнеет. Закрыли, что-то строят, да? Была беседка для молодожен. Они приходили, ну, расписывались, кто хотел. Здесь у нас сакуры. Это деревья посажены, сакур. Весной придем, посмотрим, будут они цвести. И как хорошо. Кинотеатр наш, он закрылся, не выдержал всего этого. Сейчас просто хочется немножечко показать вам детскую площадку для совсем маленьких деток. Вот детских площадок у нас очень много, и они для разного возраста. Есть совсем для малышей, есть постарше, есть для взрослых детей. Детей взрослых, которые там развивающие игры и все такое прочее. Сейчас мы посмотрим для малышей. Для самых маленьких. Вот здесь следы. Это следы, где были отметины. Вон там еще. Чем отличается вот, для самых маленьких площадочка и для вот старших? Смотрите, здесь, во-первых, все такие, чтобы было безопасно. Вот если каруселечка, она маленькая. И, видите, можно зайти только с одной стороны, чтобы ребенок не выпал. Да, вот с одной стороны только вход. Поршни. Вот такая горка тоже маленькая. Для малышей, чтобы мама могла провести ребенка и с горочки скатиться. Паровозик тоже. Ребенок идет. Видите, тут бревнышки. Это все маленькие, чтобы удобно было маме его страховать, подстраховывать. Видите, как? Вот. Ай. Да, она более такая. Вот. Каруселька чуть побольше. Вот для малышек. Домик, такой лабиринтик.
Эридея. Ну, такие качелики красивые, машинки, самолетик, мотоцикл, паровозик. Вот. И вот такие вот качельки, чтобы ребенка посадить, и он не выпал. Вот это такое отличие от малышей, очень удобно. Потому что когда маленького ребенка садишь, а ему что-то не нравится, он выгинается и сваливается с качели. Попробуй его словить. А здесь очень удобно. Вот такая вот площадка для малышей. А сейчас мы пройдем и посмотрим. И, кстати, здесь везде такие вот, смотрите, лавочки, которые качаются. А так, дополнительная качелька. Вот. Фламинги наши розовые. Не хочет приближать. Ладно, мы их и так видим, да? Издалека прям как живые. И сейчас мы пройдем, посмотрим на площадку для детей вот, постарше. Ну, собственно, эта площадка, я так понимаю, она вмещает, там можно играть и маленьким деткам, и постарше. Это березовая роща. Здесь когда-то было дикое место. И люди даже умудрялись набирать здесь березовый сок. Людей ходило мало, они ставили баночку и приходили в другое время и уже брали готовый сок. Сейчас, конечно, этого. Вот сейчас вот эти вот, если получится, я вам покажу. Просто не хочется детей снимать, а там есть детки. Здесь уже мы видим, что горка гораздо-гораздо больше. Уже малыш в нее не залезет. Вот. Поэтому это уже получается для более старших. А старшим очень даже интересно. Такая большая горка. Много горок, где съезжать. Вот. Вот здесь уже вот такие качельки, можно на ходу залазить. Вот это зона для малышей, как я понимаю. Здесь такие для малышей, а там дальше для старших. Вот здесь у нас развивающие для деток. Вот какие-то задания, даже я сразу и не соображу какие. Вот квадратики, круги, прямоугольники, треугольники. Здесь, ну здесь понятно, надо дорожку составить. Вот сейчас я отойду подальше. Вот паук, дорожка для паука. Вот уже детки составили. Пчелка летит.
детки понимают, знают. Здесь тоже вот какой-то, видите, цифры есть. Ну, развивающие. Развивающие. Часы. А тут что на этой стороне? Ага. Вот. Все хочу. Песочек, видите, закрытый, потому что мало ли что там в песке. Лучше не рисковать. Песок закрыли. Но там тоже вот развивающие. И копать можно. Труба. У нас когда Даша была маленькая, и тоже на такую трубу, она залезла туда по лестнице, а спуститься боится. Пришлось там девочка залезла и с ней вместе съехала. Она не плачет, ничего, боится спуститься. Она такой зигзагом, непонятно куда ехать. Вот, вот это такая классная площадка. Ну что, вот это еще посмотрим. Ага, это шарики, да? Так. Надо знать, как играть. Хорошее покрытие. Вот такая. Все. Показала вам. На этом я это видео заканчиваю. Всем удачи, благополучия, радости, конечно же, мирного неба над головой. Всем пока-пока!